Здорово всем, всех с наступающих, ребятушки, с наступающим всем! Привет всем, в этом видео я хочу поздравить вас всех с Новым годом! Ребята, всем привет, всех поздравляю с Новым годом! Всем привет, друзья, всех с наступающим! Друзья, приветствую всех, добро пожаловать в новогоднее видео! Привет всем, друзья, всех с Новым годом! Каждый год 31 декабря я записываю обращение, и в этом году я решил для вас записать мотивацию на 22-й год. Все на моем личном примере. Получилось у меня, получится и у вас. Смотрите, 2015 год. На моем канале 200 подписчиков. 200 подписчиков. Просто 200, не тысяч, просто 200. 2016 год. На моем канале 2500 подписчиков. 2017 год. На моем канале 40 тысяч подписчиков. 2018 год. На моем канале 130 тысяч подписчиков. 2019 год. На моем канале 680 тысяч подписчиков. 2020 год. На моем канале 1 040 000 подписчиков. 2021 год. На моем канале 1 570 000 подписчиков. 2016 год. Лето. Я зарабатываю $30 в месяц. $30 в месяц. Представляете? Сентябрь 17 года я зарабатываю свой первый 1 000 000 рублей. Конец 18 года я зарабатываю свой первый $1 000 000. Вот вам мотивация, ребят. И у вас также все будет лететь в геометрической прогрессии, если вы будете создавать себя. Создание себя – это гарантированный успех. Гарантированный успех. Поиск себя – это гарантированный провал. Если вы каждый день создаете себя, если вы каждый день прокачиваете себя, у вас не будет такой закономерности, как у обычных людей, которые там, например, зарабатывают в год $10 000 в год. Через 3 года сколько у них будет? 30 тысяч. Но у вас так не будет, потому что те люди не создают себя. Те люди на одном уровне. Как они будут больше зарабатывать? Они же на одном уровне. Они же не повышают там свою квалификацию. Они не развивают себя. Они не растут. Как они будут зарабатывать больше? Никак. Все. Они зарабатывают 10 в год. В следующем году тоже 10. А то и меньше будет. Понимаете? Но если вы создаете себя, все у вас будет лететь в геометрической прогрессии. По-другому ну невозможно. Если ты хочешь, чтобы завтра стало лучше, чем сегодня, ты должен завтра стать лучше, чем ты был сегодня. Вот и все. Просто невозможно оставаться на одном и том же уровне дохода, если ты качаешь себя. Это невозможно. Это невозможно. Люди остаются на одном и том же уровне, если они не работают над собой. Вот у них мышление на $500. Все. Они будут зарабатывать свои $500. У них мышление на $500. Они не развиваются, не ходят на семинары, не читают книги. Они просто не знают. Они не знают, как больше зарабатывать. Не знают. Но они же не прокачиваются. Они не общаются там с крутыми ребятами, которые больше зарабатывают. Они общаются со своими коллегами, которые тоже зарабатывают $500. Все. У них ограниченный уровень. Они не могут больше зарабатывать. И они каждый месяц будут зарабатывать по $500. Они могут менять свою работу сколько угодно. Они не понимают, что дело здесь не в работе. Ты себя создай. Ты стань человеком не на $500. Ты стань человеком на $10 000. И тогда ты сможешь зарабатывать $10 000 в месяц. Сможешь легко. Потому что у тебя здесь уже новые знания. Ты приобрел новый опыт. В твоем кругу уже, блин, миллионеры. Уже люди, которые много зарабатывают. В твоем кругу уже нет неудачников. Невозможно, находясь в таком кругу, мало зарабатывать. Невозможно. Следующее. Постоянство усилий. Я всегда об этом вещаю, ребята. Всегда об этом вещаю. Да, я говорю одно и то же. Потому что шанс добиться успеха 100%. 100%. Создание себя, постоянство усилий. На моем канале 594 видео. 594 видео за 6 лет. Это 99 видео в год. 8 видео в месяц. 8 видео в месяц. За 6 лет, ребята, не было ни одной недели, чтобы я не опубликовал видео. Ни одной недели. Представляете? Вот вам и успех. Вот вам успех. Не было ни одной недели за 6 лет без ролика. В каком бы я положении не был, в каком бы я состоянии не был.
Вот вам успех, ребята. Я снимал видео с температурой. Вы же этого не видели? Сейчас, ребята, я приболел. Сейчас у меня температура 37,5, небольшая. Но я сейчас здесь. Я сейчас здесь с вами, а не дома на диване. Вот объяснение моему успеху. Это не случайно. Вот почему я сижу в Мазерати. Это не случайно. Постоянство усилий. Вы видели когда-нибудь, чтобы я говорил: ребята, извините, я приболел, на следующей неделе видео, наверное, не выйдет, или: ребята, извините, меня так долго не было, пару месяцев, потому что я болел, потому что я там куда-то уезжал. Нет! Нет! Постоянство усилий. Вот вам ключ к успеху. Я вам уже говорил, вы не найдете ни одного канала на YouTube, где публиковались бы видео каждые 3 дня, например, на протяжении 4 лет. И чтобы этот канал не стал успешным. Не найдете вы такого канала? Не найдете. Невозможно не добиться успеха на YouTube, выкладывая по 2 ролика в неделю на протяжении 4 лет. Невозможно! Потому что вы при этом будете развиваться, расти, качество роликов будет улучшаться. Нельзя на одном месте стоять, нельзя, если это ваше любимое дело. Если вы развиваетесь, вы не найдете такого канала. Не найдете. Но вы найдете много каналов. Год, два. Они делали ролики и потом сдались. Все. Не существует такого человека, который не добился успеха, занимаясь своим любимым делом на протяжении 6 лет. При этом он рос, при этом он развивался и прокачивал себя. И повышал квалификацию в этом деле. Такого человека не существует. Даже если этот человек занимался своим любимым делом, потом это дело бросил и сказал мне: ну вот, чувак, я занимался своим любимым делом вот 5 лет. Нифига не получилось, я это бросил. Так это не твое любимое дело. Любимое дело не бросают. Любимым делом живут, его не бросают. Оно рано или поздно принесет свои плоды. Рано или поздно. Вот и все. Невозможно не добиться успеха. Еще раз, я вам говорю, Грааль. Я вам говорю, Грааль к успеху. Вам нужно просто этим жить. Все. Успех гарантирован. Успех гарантирован. Смотрите, у меня есть канал Instarding Sport. Уже Instarding Life, последний человек, который его вел, переименовал его. Что нужно, чтобы вести этот канал? Постоянство усилий. И все. Нужно публиковать 11 роликов в месяц на протяжении 3 месяцев. Нужно 33 ролика, и человек попадает ко мне в команду. Как вы думаете, кто-то справился? Никто! Один сдался на 20 роликах. Один на 10, по-моему, роликах сдался. Представляете? Люди просто, ну, не могут постоянно это делать. Вот вам успех, это сложно, оказывается, это сложно. Каждые там 2 дня делать видео, это сложно, и люди не могут постоянно это делать, и все, они срываются. А нужно было просто продержаться. Мне не нужны просмотры, люди, наверное, думали, что мне просмотры там нужны на том канале, нет. А я проверяю человека на постоянство усилий. И люди срываются, и никто за все эти года не смог потянуть этот канал, представляете? Хотя мне все грозились: да, чувак, я смогу, все, я знаю, вот, поверь мне, я смогу. И говорю, предыдущий человек тоже так говорил, он не смог. Нет, я не такой, как он, вот я точно смогу. Все одно и то же. Человек сдается. Вот и все, вот как все работает. А вам нужно просто не сдаваться. И все, и вы станете успешным. Все так просто, не нужно ничего придумывать сложного. Нужно просто каждый день создавать себя. Работать каждый день над своим любимым делом. Одним своим любимым делом. И все, и успех гарантирован. Видите, болею. Но не дома на диване, а здесь с вами. И записываю видео. Вот вам успех, вот вам успех. Мой пример. Но 2 человека смогли. Вы их знаете, это Дмитрий, канал Instarding, мотивация на успех, канал Instarding Invest, и Андрей, канал Instarding Новости. Они смогли. Они просто делали и добились успеха. Невозможно не добиться успеха. Навыки приходят с опытом. Ты делаешь, и ты прокачиваешься, ты улучшаешь контент. У них не было никаких навыков. Они не блогеры, они ничего об этом не знали, они не знали, как делать видео, они учились. Ты делаешь и учишься. С каждым разом ты начинаешь делать все лучше и лучше. Вот и все.
С нуля, все начинали с нуля, я начал с нуля. На этом канале нет рекламы. Все своими усилиями, все своими усилиями. Я нигде не рекламируюсь, ребята, я не вкладываю деньги в маркетинг, в рекламу, не вкладываю вообще. Все своими усилиями, все, что я вкладываю, это время. Не нужны ресурсы, вообще не нужно денег на рекламу, этого не нужно. Нужно только тратить хреновую тучу времени на это. Вот и все. Тратьте время. Каждый день тратьте время, и все. Я даже сейчас не вкладываю деньги в рекламу. Вообще никак не рекламирую. Ни Инстаграм, ни Ютуб, ни Телеграм. Вообще. Мне это и не нужно. Зачем мне притягивать к себе неосознанную аудиторию, которая не разделяет мою философию, и ловить хейт? Зачем? Пусть меня находят те люди сами. Ютуб вот предлагает, пусть находят меня те люди, которым это надо. Вот и все. Вот почему у меня такая поддержка. Потому что я никому ничего не напариваю. В общем, вот вам мотивация на 22-й год. Одно и то же, да, одно и то же. Я говорю одно и то же, потому что это работает и будет работать. И это 100% путь к успеху, 100% путь. Может, кому-то нужно это услышать еще раз, еще раз, еще раз, да? Мотивировать себя, я говорил, нужно каждый день, чтобы не выгорать, чтобы оставаться заряженным. Я мотивируюсь каждый день, каждый божий день, ребята, я мотивируюсь. И когда мне говорят, мотивация не работает, мотивации надолго не хватает. Конечно же, ее надолго не хватает, если сходил там на семинар, замотивировался, да, и все. И потом выгорел. Почему ты выгорел? Потому что ты не поддерживаешь эту мотивацию. Вот и все. Мотивацию нужно поддерживать так же, как и чистоту. Когда говорят, мотивации надолго не хватает, так и чистоты надолго не хватает. Но ты же моешься каждый день в душе, чтобы быть чистым. Ты же не помылся там раз в месяц и говоришь, блин, почему я такой грязный? Ну, наверное, тебе помыться, блин, надо. Так же и с мотивацией. Каждый день мотивируйся, и все. В душ ты ходишь каждый день? Ходишь. Почему ты тогда не мотивируешься каждый день? Почему ты не заряжаешь себя каждый день позитивной энергией? С душем это понятно, да? А с мотивацией непонятно, и поэтому мотивация не работает. Блин, все так просто. И вы никогда не будете страдать, вы никогда не будете в плохом настроении. Ну как у вас будет там депрессуха, да, если вы будете всегда замотивированным? Вы будете всегда в хорошем настроении, у вас будет всегда позитивная энергетика. Не будет у вас депрессухи. Так же, как с душем. Вы когда-нибудь будете грязным, если будете мыться каждый день? Не будете никогда, вы всегда будете чистым. Ну это же логично, блин, логично, это все так просто. Боже, люди таких простых истин не понимают. Смотрите, я на протяжении 6 лет каждый день, каждый божий день подпитываю себя. 6 лет, давайте умножим на 365 дней. Сколько это будет? 2190. 2190 дней я в мотивации. 2190 дней я нахожусь в мотивации. И вы мне задаете вопросы, почему ты такой заряженный всегда? Как тебе это удается? Да все так просто, нет никакой волшебной, блин, таблетки, нет никакой секретной, блин, техники. Простая техника, каждый день заряжайся, каждый день прокачивай себя, каждый день работай над собой, каждый день создавай себя. Вот и все. И времени нужно минимум. Уделяй там этому 15 минут в день, просто это делай каждый день, все. Тебе не нужно читать, я говорил там, да, по 10 книг в месяц. Не нужно. Читай по одной странице в день, этого будет достаточно. Читай одну статью там по финансам в день, по финансовой грамотности. Смотри каждый день там одно мотивационное видео. И все, и этого будет достаточно. Достаточно, это нужно просто делать каждый день, нужно просто этим жить. Вот и все. В общем, вот такая вот вам мотивация на 22-й год. Буду заканчивать. В 22-м году, я думаю, мы уже с вами будем встречаться. Мы трансформируемся с закрытого канала в закрытый клуб. Наше сообщество растет, будем уже проводить встречи. Я хочу уже приглашать крутых спикеров. Хочу уже делать какие-то совместные поездки. Там в Дубай, в горы какие-то, как это делают миллиардеры, как это делает там Маргулан в своем закрытом клубе, там Рыбаков, Оскар Хартман, вот такие вот движухи я хочу уже делать, это реально очень круто. По поводу, кстати, закрытого канала, цены, как и обещал, старую цену в $300 на закрытый канал я оставлю по 7 января. После Нового года я не буду повышать цену. 8 января цена уже будет 400.
Вот вы меня просили, чтобы я оставил по 7 января. Все, до Рождества, по Рождеству вернее, я оставлю старую цену в $300. В общем, наше сообщество расширяется, вместе растем, вместе развиваемся. Я в своем закрытом канале с такими крутыми людьми знакомлюсь. Блин, ребята, огромное спасибо вам за такое окружение. Я об этом мечтал, когда вот меня никто не понимал. Я взял и сам создал. Сам создал такое окружение. И крутые люди, открытые, сами меня находят. Притягиваются уже ко мне, да? Вот и все. Вот как это все работает. Короче, еще раз огромное вам спасибо за такую поддержку, спасибо за все ваши письма, за ваши отзывы, за ваши комментарии, ребята, огромное вам спасибо. Я стараюсь всем отвечать, кто мне пишет письма, возможно, кого-то пропустил, ребята, я прошу прощения, но я стараюсь реально всем отвечать. Очень много людей пишет. В общем, посмотрели видео, да? А теперь идите и проводите это время со своими близкими, с теми людьми, которые вас любят. Всем желаю любви, благополучия. Не в 22-м году. Нет, по жизни. Каждый год это ваш год, запомните. Он всегда будет вашим годом. Каждый день это ваш день, запомните. Если вы будете создавать себя, если вы будете работать над собой, у вас все будет получаться. Если вы не будете шляться, если у вас будет постоянство усилий. Вот и все, ребята. Желаю крепкого здоровья вам, вашей семье, еще раз, всем больших денег, всем путешествий, всем хорошего настроения, мотивации всем. Никакой депрессухи и никакого плохого настроения этого у вас не будет и не должно быть. Если вы будете, опять же, работать над собой, создавать себя, все просто, в общем. Всех обнял, всех поцеловал, всех с Новым годом, пока. Ну все, я завожусь и еду к своей жене, к своим родителям, к своей семье, к людям, которых я люблю, отмечать Новый год. Делайте так же. С Новым годом. Всех люблю, целую, пока, всех с Новым годом. Всегда верьте в себя, не предавайте свою мечту. Все у вас обязательно получится. Еще раз, всех с Новым годом. С наступающими всех праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Спасибо вам, народ, я вас всех люблю. Всем пока.